Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня с вами покупочки Алиэкспресс. У меня не пришло не так много покупочек, скоро придет еще больше. Я решила понемножечку будем снимать, потому что есть такие очень классные покупки, которыми я вообще супер-мега-пупер довольна. Итак, первое, с чего я начну, это, конечно же, носочки, которые я купила своему малышу. Вот такие вот носочки, беленькие, серенькие и черные, клетчатые. Мне кажется, что это супер чисто мужской вариант и будет классно, хотя и женщинам, то я бы тоже такие носочки поносила бы. Ну, как-то мне для мужчины захотелось все это. Самый прикол в том, что здесь с тормозами, то есть они немножечко, конечно, большеваты для моего малыша сейчас, то есть это на вырост, когда он хотя бы начнет уже немножко ходить, да, сыночка, а пока еще они большие ему, так что отложили мы их до лучших времен. Но они реально классные и неплохое качество, без ниток всяких торчащих, очень-очень круто сделаны. Ссылочки на них оставлю внизу. Так, выбирала долго. Теперь для нас, для девочек, это вообще супер-мега находочка, потому что это вот такие бесшовные классные трусики. Вот они у меня новые совершенно, хотя они без бирок. Возможно, я их носила, да? Нет, это вот супер-классный, вот такой мой цвет, просто мой. Беленькие я взяла. И черненькие. Мне понравилось, что они с рюшкой вот этой вот прикольной такой. Их можно носить под любую одежду, их не видно. Я купила размер в размер, по-моему. Или эмочку я взяла. Я не помню уже. Надо будет посмотреть. Напишу вам, если что, под видео, какой размер я взяла. И они по мне очень идеально сидят, ничего не перетягивают. Очень приятное качество. Что сделал? Эсочка размер у меня, да, эсочка, тут написано эсочка. И мне очень нравятся эти трусики, мне кажется, что это вообще супер-пупер класс. Тем более я перестала носить стринги. Вот как была беременная, я носила раньше стринги, только стринги, вообще такое не могла носить. А теперь я вообще не ношу стринги, не знаю, куда их девать, у меня столько много классных стрингов. Но теперь вот эти вот трусики рулят, они удобные, классные, чего вам рекомендую тоже. Дальше я приобрела себе вот такие вот прекрасные наушники. В чем прикол? Что они не путаются, они на змейке, смотрите. Они розовые, да, это тоже немаловажно. Вот эти вот штуки мне очень нравятся, у меня были когда такие наушники, я их купила в Duty Free. Они как бы закрывают ваше ухо от посторонних шумов, чтобы звук был лучше. Но я попробовала их в звучании, честно вам скажу, они как обычные дешевые наушники, то есть ничего супер-пуперские, они стоят там вообще копейки. Я взяла чисто из-за змейки, потому что путаются все время наушники. Здесь вообще микрофон еще есть, включать-выключать. И вот такой проводочек. Они еще светятся в темноте. Вот. Я их совсем немножко подержала, вот так, знаете, на свету. Потом выключила свет, и они так светятся классно. Не знаю, сейчас смогу показать или нет сейчас. Ну вот, вы видите, да? Они светятся. Плохо. Плохо свет убрала, но вы поняли. Поехали дальше. С наушниками все. Дальше. Это вообще супер-мега круто. Я увидела эту кепку. Она стоила 1200 на одном из сайтов. Я думаю, дай гляну, есть ли она на AliExpress. И вот, пожалуйста. Ту-ду-ду-ду-дум. Ну, это милота. Посмотрите, какая. Тебе нравится, сын? Вообще, мне, короче, огонь вообще как нравится. Нужно только все поправить тут как следует, чтобы она была. Она, видите, вот здесь она зеленая. Так она беленькая. Вот эта штучка классная. Эти ушки, они гнутся там в разные стороны. Розовенькие. Ну и сзади она такая беленькая. Вот. Она, мне кажется, очень классная, очень стильная. Не знаю, там подобрана сейчас у меня или нет. Да как-нибудь я вопрос-ответ сниму в этой кепке. Потому что как-то в прошлое вопрос-ответ я вам говорила, когда с ушами такими черными была, я говорила, что чисто между собойчик я могу одеть эти уши и ответить на вопросы-ответы. Типа фикс-прайс я бы не снимала с этими ушами. Вот это я чисто для этого взяла, для каких-то таких наших между собойчик видео. Ну и последнее, что я взяла на AliExpress, это вот такие туши. Все они одной марки. Зеленая, серебристая, серая, вот такая вот фиолетовая, розовая и синяя. Я, естественно, сейчас их не буду тестировать, потому что я бы их потестировала на грязные волосы. А сегодня я только помыла голову, но мне очень хотелось снять для вас AliExpress. Почему еще много просили уже AliExpress? Ну и вообще, это целое дело сейчас, да, красить.
Я бы их все сразу нанесла на свои волосы, чтобы были они цветные. И, ну, вообще еще одна идет ко мне тушь. Возможно, уже в понедельник, ну, как бы я ее заберу вот уже на днях, да, и тогда все вместе сниму. Там она немножко другой фирмы, отличается. Вот я бы хотела еще и сравнить. Вот такие вот у меня туши. Ну вот, в принципе, и все. И по традиции я знаю, что вы будете спрашивать, что за помада у меня на губах. И, конечно же, я скажу вам, что за помада. У меня теперь отдельно есть под видео раздел. Это любимые магазины. И там есть этот магазин Peak Cosmetics. У меня 5 матовых помад. И я просто вообще не знала, что есть такие матовые помады, которые я могу полюбить. Вот они. 2 в 1 матовая помада, которая не стирается. Я наношу и могу целый день со своим сыном резвиться. Помада не стирается очень стойко и не оставляет следов. И плюс я еще могу ее увлажнить. Вот, кстати, мне сюда кажется, что нужен как раз-таки блеск. Он с очень классным запахом. И сейчас я сделаю блеск, чтобы вы увидели разницу. Как он пахнет? Да? Под эту кепочку больше подходит, чтобы было с блеском. Ну, а вот без кепочки. Классно, классно, классно. Классный блеск, классная помада. Ну все, дорогие мои, я с вами прощаюсь. А, цвет Cherry Twist. Простите. Да, это Cherry Twist. Там не по номерам, там по названию. Ну-ка, сделаем красоту. Пока-пока. Thank you.